Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на урок субботней школы с Заокским университетом. Мы с вами приближаемся к завершению очередного квартала, очередных уроков субботней школы. И сегодня у нас с вами одиннадцатая тема, которая называется «Книга второзакония в последующих писаниях». Я предлагаю начать наше размышление с чтения памятного стиха, он записан у нас в книге Второзакония, 10 главы и 15 стих. Пожалуйста, кто желал бы прочитать. «Но только отцов твоих принял Господь, и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Большое спасибо, Силоват Васильевич. Вот так звучит наш памятный стих. Как мне кажется, здесь есть какая-то идея исключительности. Моисей говорит, только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их после них. Он обращается к израильскому народу, он обращается к детям тех, кто вышел из Египта и говорит, вот Господь именно вас избрал, а не кого-то другого. И интересно, что уже для них, для этих людей, для этого поколения, то, что записано в книге Второзакония, это уже было историей для них. Это уже было чем-то прошлым, то, что происходило по большей части не с ними, а с их отцами. И Моисей к ним обращается с этой историей, а мы с вами эту историю читаем уже три с половиной тысячи лет спустя. Изучаем книгу Второзакония. Вот как вам кажется, насколько для нас с вами вообще эта книга актуальна? То есть, конечно, история интересная, история занимательная, но э, насколько она касается сегодня нас, э, как церковь, как верующих в Иисуса Христа? Э, конечно, может быть, поздно задавать этот вопрос в конце квартала, но тем не менее, э, вот даже глядя на ретроспективу, на пройденные нами уроки, насколько это было положительным опытом в нашей, в нашей с вами жизни. Мне кажется, книга Автор обращена к отношениям Бога, Яхва и человека, народа израильского. Человек, мне кажется, Бог вечен однозначно, он никогда не меняет. Ну и человек, на мой взгляд, редко меняется. Его основные потребности остаются все теми же, физиологические, физические, духовные. Поэтому как бы, эта книга будет, мне кажется, вечна, да, как и все священное писание. Потому что Моисей или Бог через Моисея говорил к сердцу нужные вечные вещи, чтобы человек смог, соблюдая их, остаться в отношениях, пожинать благословение завета, вот, но ну и быть вполне счастливыми людьми. Ну, еще можно было бы несколько слов сказать о методологии. Вот по-русски -э по мы говорим, что повторение – мать учения. И это точно. То есть действительно в повторении кроется успех, в усвоении э -э знаний там, и, и так далее. Вот здесь книга Второзакония тоже повторяет, обобщает прошлый опыт, снова возобновляет картины прошлого в воображении людей уже другого поколения. Плюс, как и тема всего нашего урока, еще к этой книге, книге Второзакония обращаются и последующие авторы, пророки, писатели священного канона для того, чтобы опять какой-то урок воскресить уже на новом историческом витке в сознании своих слушателей, читателей. И вот в этом плане методологически это, конечно, божественная педагогика и очень это ну, работает хорошо, эффективно. Вот, поэтому вот помимо содержания есть еще и вот такой аспект и, конечно, в этом большая польза. Пожалуй. Следует, наверное, еще раз напомнить, когда она была написана. Ведь мы знаем историю народа Божьего. На протяжении многих лет они путешествовали по пустыне и вот подошли к обетованной земле. Это уже было новое поколение, и поэтому Господь вдохновил Моисея вспомнить весь этот путь и что было. В начале, когда они э, получили закон, и, и каким путем Господь их прошел, и вот они подошли уже к обетованной земле. Если провести аналогию и посмотреть на наше время, мы, пожалуй, тоже можем сказать, что история нашей земли, как говорит Священное Писание, подходит к концу, и народ Божий тоже подошел к границам небесного Ханаана, и, и, и в этом актуальность этой вести, где Господь предостерегает, напоминает, говорит о Законе, очень актуальна для нас христиан, живущих вот перед входом в, не, в небесный Ханаан. Mm -hmm mm -hmm. То есть получается, что еще даже более актуальна эта весть для нас, чем когда бы то ни было, а, чем когда бы то ни было прежде. Замечательно. Uh, наш урок называется «Книга второзакония в последующих Писаниях». То есть в том, что было написано после Второзакония. Скажите, а в каких вообще писаниях есть отсылки на Второзаконие, может быть, цитаты из Второзакония, или какие, какие части Библии связаны с Второзаконием? Можете вы так? Мне вспомнить? кажется, практически все книги Ветхого Завета так или иначе, но аллюзируют на книгу Второзакония. Сложно сказать, какие не аллюзируют. Mm -hmm. да? есть... ну, в нашем уроке там и Иеремия упоминается, и да, Даниил упоминается. В книге «Царств». И в книге «Царств» вот эпизод с царем Иосией и найденной книгой. Эм, можно еще найти, но ну, и в Новом Завете вообще без слов. То есть там еще больше. Иисус цитировал эту книгу во время искушения mm -hmm. в пустыне. Ну и другие авторы тоже. Да, действительно... Э Читая Священное Писание, мы видим, что второзаконие оказало очень значительное, серьезное влияние на все последующие произведения, и в библистике существует даже такое понятие, как «дефтероканоническая история», «дефтерономическая история», то есть история, которая связана с второзаконием. И Ряд исследователей даже считают, что книга второзакония, она ближе по своему содержанию и по своим идеям к последующим книгам, то есть к ранним пророкам, да, начиная от книги Иисуса Новина, книги Судей, четыре книги Царств да, и книги Паралипоменон где-то, нежели к пятикнижью, то есть к четырех книжью, да, в данном случае, то есть от бытия до книги числа. И действительно мы видим, что параллелей очень много. Вот. В нашем уроке приводится несколько текстов, в которых такие параллели наблюдаются. Понятно, что этот список далеко не исчерпывающий, он не охватывает всего и даже малой части того, как Ветхий Завет связан с книгой Второзакония. Ну и сегодня, поскольку наше время ограничено, мы не сможем тоже охватить даже того всего, о чем наш урок говорит. Большая часть этого останется в качестве домашнего задания для наших зрителей и наших слушателей. А мы посвятим с вами основную часть времени истории Иосии. Иосии, его реформы, истории его правления. Давайте мы с вами обратимся к четвертой книге царств. И для начала мы прочтем э, из 22 главы стихи с 1 по 7. «Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его и Едида, дочь Адаи из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего». И не уклонялся ни направо, ни налево. Восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына отцалии, сына Мишуламова, песца в дом Господень, сказав: Пойди к Хелке и первосвященнику, пусть Он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, представленным к Дому Господню и они пусть раздадут его работающим в Доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесанных камней, или исправление дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. Спасибо. А... Давайте вспомним немножко исторический контекст, когда э, это происходит все. В какой период истории э, царствует Иосиф? 640-й, 609-й годы до н.э. Угу. Это 31 год правления Иосифа. То есть получается, что это... Э, можно сказать, последние дни, последние годы Мирного Израиля. Израиля, Иудейского царства, да, незадолго перед нашествием Вавилонян во главе с Навуходоносором. И Иосиф становится царем в очень юном, да, если так можно выразиться, возрасте. На самом деле, будучи маленьким мальчиком, восьми лет от роду, и мы читаем в третьем стихе, что в восемнадцатый год он начинает ремонт и восстановление храма, он начинает возобновление служения в храме. И в общем-то восемнадцатый год царствования, если он 31 год царствует, то восемнадцатый год это больше половины уже его царствования позади. Как вам кажется, почему так долго Иосия ждет? прежде чем приступить, ну, наверное, к главному делу своей жизни, своего царства, восстановлению э, богопоклонения в храме. Что до этого Иосия делает? Чем он занимается эти 18 лет? Ну, элементарно надо вырасти, во-первых, да, то есть мальчик восьмилетний воцарился под руководством первосвященника Хелкии, Наверное, он постигает истину, азы управления, вот вспоминает историю, Ну и вероятнее всего, когда уже может быть Хелкие состарился, да, то есть и как бы уже человек вырос, подрос, да, то есть может принимать решения. Он приступает к главному своей жизни. Интересно, если мы взглянем с вами на параллельное повествование, которое находится во второй книге Паралипоменон. Конечно, паралипоменон не от слова параллельный, но э, тем не менее там э, вот эти истории царей, они тоже представлены. И там мы находим дополнительную информацию. Давайте мы прочтем 34 главу второй книги Паралипоменон, третий стих. «Будучи еще юношей на восьмом году царствования, Иосия стал искать единение с Богом про отца своего Давида, в 12 год он начал очищать Иудею и Иерусалим от капищ священных столбов, идолов и изваяний. Он приказал уничтожить жертвенники валов, разрушил жертвенники для воскурения, стоящие над ними, изломал священные столбы, идолов, изваяния, все разбил в дребезги и разбросал обломки над могилами тех, кто приносил им жертвы. Спасибо. То есть, когда на самом деле Иосия начал реформы эти проводить? Да, здесь указывается 2012 год. Угу. То есть перед этим мы задались вопросом, а почему он ждал 18 лет, чтобы приступить вот к обустраиванию Дома Господня. Но оказывается, мы узнаем, что предстояло сделать что-то другое, угу. потому что в народе Божьем, в его окружении, пожалуй, было немало людей, которые поклонялись другим Богом. Нужно было как-то разобраться с этим, и мы читаем, что он провел такие реформы очень серьезные потому что он как сказано разрушал уничтожал то есть чтобы народ божий обернулся к богу и вместо того чтобы поклоняться другим богом поклонялся живому богу mm -hmm. то есть восьмой э, год своего царствования когда ему 16 исполнилось он уже не был ребенком э, уже был таким достаточно зрелым он начал э, прибегать э, к э, тому, что еще Давид, Давид исповедовал, про отец его, ходить путями Давида. А в 12, на 12-й год, то есть когда ему было 20, он начал полномасштабную Реформ. реформу, которая должна была подготовить э, вот этот вот э, ключевой кульминационный момент, связанный с восстановлением царства. Давайте мы посмотрим, вернемся к четвертой книге царств и посмотрим, что происходит, когда начинается работа в храме. С 8 по 11 стихи книги царств, пожалуйста, прочитайте. И сказал Хелкия Первосвященник Шафану писцу Книгу закона я нашел в Доме Господнем и подал Хилкия книгу Шафану, и Он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рыбы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню. И донес Шафан, писец, царю, говоря, «Книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан пред царем». Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Спасибо. Вот здесь сказано, что Хилкия нашел в храме книгу закона, и ее принесли к царю, который, которому был этот свиток прочтен: Что это за книга закона? Ну, подозреваю, что как раз-таки это и есть книга Второзакония, да? То есть, вот, о, которой, собственно, о которой мы говорим. Uh -huh. да? То есть, это книга, которая лежала отдельно в храме, которую нужно было читать ежегодно. Вот. Но на каком-то этапе истории ее потеряли, по всей видимости. То есть служение было в храме, на самом деле, остановлено. Мы читаем, что там и на крышах были идолы, и во дворе были идолы, и в обоих отделениях святилища были идолы, и столбы Ашеры, и Астарты вот, были. То есть, ну, этот храм уже, по сути дела, был перепосвящен языческим богам. Поэтому нужды во второзаконе книги, видимо, не было. И вот на этапе восстановления да, они ее обнаружили, получается. Как мы можем понять, что, что речь идет именно о вот этой книге закона, да, о второзаконе? Может быть, есть какие-то э, отсылки или общие моменты, которые объединяют вот эту историю с тем, о чем мы с вами читали и читаем о второзаконе? Ну, как минимум мы читаем здесь, что речь идет о законе. Угу. Но даже сама эта книга называется Второзаконие, то есть Вторичное исполнение да. закона. И также мы читаем, что перед царем ну, читался тогда закон, и здесь в этой книге в Трозаконе, как раз мы находим повествование о том, как был дан закон, а также требования и предписания, как соблюдать закон, какие благословения обретет народ при исполнении закона Божьего, и напротив, если не будет исполнять закон Божий. Uh -huh. Спасибо. Да, мы можем с вами прочесть из книги Второзакония, 31 главы, это уже заключение, которое делается. 31 глава, стихи с 24 по 26. Когда Моисей написал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел Левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказал: Возьмите себе книгу закона и положите ее, одесную ковчега завета Господа Бога нашего, и она там будет свидетельством против тебя». То есть все те слова, которые Моисей произносит, и которые записаны в книге второзакония, затем э, они, как свиток, э, оказываются во святом святых, оказываются в храме. Интересно, что чуть раньше, в 17 главе «Второзакония», в 18 и 19 стихах мы встречаем такое повеление в отношении царя. «Когда он зайдет на престол, пусть перепишет для себя в свиток этот закон, хранящийся у священников левитов, и пусть всю жизнь держит его при себе и читает, и тогда он научится бояться и чтить Господа своего Бога, неукоснительно исполнять этот закон и все предписания». Мы видим, что, к сожалению, цари, ни израильские, ни иудейские не исполняли это повеление. Не было вот этого вот второго свитка, который бы у царя хранился и который царь ежедневно мог читать. Но сохранился свиток в скине, свиток в храме Божьем. И этот свиток был найден и прочитан царю. Какова была реакция царя? Как Иосиф отреагировал на слова, которые он услышал? Ну, он разодрал на себе одежды, повелел священнику вопросить Господа о народе, о царе, об иудее, то есть о царствах. Вот, ну, то есть э, такое вот состояние глубокого, наверное, покаяния. Можно mm -hmm. так сказать. То есть сраженный молнией. Вот эта реакция. Вот, ну, сегодня не принято так делать. Но вот в языке есть вот это вот, вот этот образ, да, сраженный вот как молнией. То есть вот просто вот прямо его от темени головы до подошвы ног Пронзило, как бы рассекло все его естество. Вот этот контраст, что вот оказывается, как надо жить, вот чего ожидает Бог, а дальше даже не хочется продолжать, потому что никакого соответствия нет. И поэтому mm -hmm. он просто вот сражен этим. То есть Иосиф в ужасе да. он, он разрывает свои одежды, действительно то, что символизирует глубочайшее покаяние. Но почему? Вот э, Иосия 10 лет уже проводит религиозные реформы, очищает Израиль от идолов. И вот он, ему прочитывают книгу «Закон», А в книге закона там среди всего прочего проклятия страшные записаны для тех, кто закон не исполняет. Но ему-то о чем переживать? Он же Вроде бы все правильно делает. Но видите, кроме того, что э, разрушить статуи, да, то есть э, уничтожить жертвенники, вырубить священные рощи, э, ведь все это надо еще как-то изменить <coughs> в сознании людей, mm -hmm. да, которые были поклонниками культов. Да, вот это все стерли, но что-то в голове-то осталось, и, и, и насколько народ стал автоматически поклоняться Яхва, да, то есть это большой вопрос. То есть, а книга им в говорит именно об отношениях, да, то есть об отношении человека и Бога, где, да, есть но вторичный вопрос храма, да, главное вот, отношение двух личностей, ходить по законам, соблюдать повеления и так далее, и так далее. То есть можно сказать, что Иосия все-таки действительно это крупный реформатор, но между тем, что стерты культы и восстановлено богопоклонение, может быть большое время, на мой взгляд. Да, мы, мы задаем вопрос, а, а ему-то о чем переживать? И как раз его поведение говорит о том, что он, собственно, не о себе переживает, mm -hmm. а переживает о народе. Это говорит о том, что он был очень хорошим духовным лидером народа. Он волновался о состоянии народа. И смотря вокруг, он видел истинное и настоящее положение народа. Вот почему он пришел в ужас, вот почему он разодрал одежды, потому что он видел вот это несоответствие воли Божией и закону Божьему, который был прочитан. То есть получается, что э, вот это э, внешнее следование букве правилам, инструкциям, постановлениям не дает повода для самоуспокоения, то есть все-таки э, это не повод сказать, ну вот все хорошо, да, все, что должно быть разрушено, разрушено, э, все, что может быть уничтожено, уничтожено, э, и теперь можно успокоиться и почивать на лаврах. А что может вообще э, дать нам такое чувство? Самоуспокоение, что все, все теперь нормально в нашей духовной жизни. Вот что должно быть сделано для того, чтобы мы сказали: ну все, теперь у меня действительно все хорошо. Я точно могу быть спокоен. Не разрывать свои одежды, когда я читаю Второзаконие 27, 28 главу. Ну, вопрос такой хороший вопрос. То есть, действительно, нужно от всей души делать все, что можно сделать, и подойти вот к такому итогу, но вот итог в такой формулировке немножко тревожный, потому что как только ты скажешь, ну вот теперь все хорошо. Вот здесь нужно сразу очнуться и mm -hmm. быть внимательным, потому что это может быть началом чего-то плохого. С другой стороны, тоже постоянно угнетать и самоистязать себя, тоже как-то это не тот путь, когда все плохо, все не так, все недоделано, все не в совершенстве, и можно себя изнурить и измучить вот этим самоедством, и это тоже не тот путь, о котором мы читаем в Священном Писании, в учении Иисуса Христа. Поэтому, если уж и приходит нам довольство какое-то, такое состояние умиротворенности, то пусть оно наполняет нас в глубочайшем смирении в глубочайшем раскаянии, в глубочайшем таком действительно вот смирении перед лицом Господним, когда мы и спокойны, и в то же время настороже. Да, настороже и бодрствуем, и пребываем в молитве, и ни в коем случае не заносчивы. Но по крайней мере, да, то есть для древнего Израиля восстановление культа, служения Яхве был необходим. Угу. Мы видим, что вот здесь проблема. Да? Храм нужно было ремонтировать. Скорее всего, не просто это косметический ремонт. Скорее всего, это вопрос восстановления самого служения. Да? То есть нужно было. Одно дело выкинуть идолов, это 5 минут, час, mm -hmm. два, три. Другое дело, нужно вернуться к тому, чтобы жертвник функционировал, чтобы святое функционировало отделение. Да? То есть, вот здесь, конечно, это и вопрос священства, Перепосвящение – это вопрос освящения храма после идолопоклонства. Здесь, конечно, очень много всего, чтобы вот этот механизм опять заработал. Вероятнее всего, было нужно время. Да, то есть он должен работать. А годичные праздники должны праздноваться. То есть вот это не так все быстро и, скорее всего, что не так все просто на самом деле. Ну, вероятно, вот о чем вы говорите, Юрий Михайлович, больше относится к культовому аспекту да, да. религиозной жизни, но того за времени. ним, да, того времени, но но за ним стоит, конечно, преображение, трансформация нравов. Вот это самое тяжелое, потому что это все, если начнет функционировать, но чтобы вернуть народ к святости, здесь нужны иногда поколения, то есть это вот как вы говорите, это можно быстро в течение какого-то времени переставить, убрать, поменять, но в голове, а ведь это уже несколько поколений запустение, которое пустило корни и привело к упадку. И поэтому, когда они читают книгу Второзакония и дальше вот как написано, что вы то не соответствуете э, вот этим божественным идеалам, так вот, чтобы возродить теперь это, тут уж, тут уж годы и годы нужны именно такой созидательной, методичной. Вдумчивая работаешь через священников и пророков, учителей. То есть это здесь как бы эм, ну, Иосия разврашил это все, да. вот, это чтобы, чтобы слово. дать начало э, дальнейшим реформам более глубинного характера. И, к сожалению, в 605 году уже придет Новый mm -hmm. То есть, есть Дети повод. не смогли... То есть вот, принять этот дар, то есть то, что Иосиф разворошил. И продолжить. и продолжить. И продолжить. К сожалению, вот, вот это поражение сознания было слишком глубоким. И вот это механическое уничтожение идолов, но не убило в сознании идолопоклонцев. То есть мы не можем, наверное, достичь в нашем духовном развитии такого состояния, когда мы сказали бы «ну вот теперь все». Да, мы достигли совершенства, и уже больше, наверное, нечего нам сделать да, для того, чтобы э, еще как-то улучшить. То есть это процесс, э, постоянный непрекращающийся. С другой стороны, мы не должны, э, как Юрий Николаевич отметил, не должны разочаровываться, когда проходят годы, а мы по-прежнему продолжаем наблюдать в своей жизни какие-то еще вещи, которых мы не хотели бы там наблюдать какие-то несовершенства, то есть они еще с нами, и мы можем опустить руки и сказать, ну, что толку да, во всем этом. То есть это не повод останавливаться, необходимо продолжать вот эти вот реформы в себе, в своей жизни, в своих отношениях с Богом проводить. Но мы видим, что Иосий не ограничился тем, что он просто разорвал свои одежды и э, каялся там в прахе и пепле он еще что-то делает. То есть какие действия он предпринимает? Давайте мы вспомним из 22-23 глав 4 книги царств, что делает Иосиф, в чем его реформы состояли. Ну, часть мы уже сказали, мы читали в второй книге Паралипоменон о том, что он высоты уничтожил, разрушил жертвенники. А что, что еще он делал? Ну, вот он говорит, кстати, 23 глава, да, уже mm -hmm. здесь. Царь повелел вынести из храма Господня все, что там было устроено для служения Валу, Астарте, Ашере, воинству небесному, сжечь это за пределами Иерусалима, в полях подле потока Кедрон, выбросить все это, сместить жрецов, которых цари иудейские поставили совершать курение в капищах за городом в окрестностях Иерусалима сломал колесницы, убил, там, ну, уничтожил этих коней, да, то есть, которые символизировали поклонение Валу, Богу Солнца, Богу Луна, Луне, созвездием. Стол Пашера из храма вынес, сжег его у потока, растер в пыль. В общем, кости рассыпал по местам, то есть осквернил а вот эти языческие культы, где были. Ну, собственно, вот такая реформа. То есть э, Иосия уничтожает все, что связано с языческим поклонением, э, угу. все различные места, где приносились жертвы, и э, происходит централизация э, богопоклонения в Иерусалимском храме. Ну, можно еще одну деталь отметить, да. Антон Анатольевич? Вот Все-таки второй стих в самом угу. начале э, очень важен. Да. Он носит такой э, характер... Эм, корня, что ли, uh -huh. корня реформ. И вот этот корень реформ заключался в прочтении книги теперь всем, о ком здесь говорится, а именно, значит, все жители Иерусалима, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова uh -huh. книги завета, найденные в Доме Господнем. То есть получается, что в основе все-таки лежит слово, как ориентир. Вот это уже внешняя сторона, дальше материальная сторона культов, языческих осквернений, что делать с этими э, лже-священниками, -э, которые обслуживали все эти там, э, жертвенники и прочее. Но очень хорошо, что вот как навигатор и как вот э, средоточие этих реформ и ориентир все-таки звучит слово Господне, и в этом тоже огромнейшая подсказка для нас, что э, вот это важнее. И оно именно в сознание проникает, в сердце проникает. И вот оттуда, из глубины должны вовне потом выливаться какие-то реформы в духовной жизни. Это фундамент. На да, да, все фундамент. Быть это очень-очень важный момент. Спасибо большое. И мы видим, что после того, как слово было прочитано, народ заключил завет угу. Господом. То есть завет был обновлен. И обо всем об этом мы тоже читаем в книге Второзакония. То есть мы читаем о том, что книга закона должна читаться регулярно, слух в присутствии всего народа, весь народ должен слышать ее. Это то, что делает здесь царь Иоси. Обновляется завет. Книга второзакония говорит нам, если мы посмотрим 12 главу, там написано о том, что когда вы придете в землю, которую Господь вам дает, истребите там все высоты, все жертвенники, все места поклонения, где на которых языческим богам народы поклонялись, посмотрите: Пасху совершает Иосия со всем народом, да? так как было предписано в 16 главе книги Второзакония, написано, что когда вы придете в эту землю, вы будете совершать Пасху уже не по домам своим, а будете совершать ее, централизованно в Иерусалиме. Иосия это делает. И далее мы читаем о том, что он истребил вызывателей мертвых, волшебников, терафимов и так далее, и так далее. То есть, всякие оккультные практики Иосиф истребил, опять же, как об этом сказано было в книге Второзакония, уже в 18 главе тоже об этом говорится. То есть, мы видим, что в истории Иосифа, в его реформах, Последовательно выполняется все то, что через Моисея Господь открыл и что должно было быть сделано еще сразу после того, как народ пришел в эту обетованную землю. И хотя столько времени прошло после этого, все это забылось, все это было утрачено, но теперь, когда найдена и прочитана эта книга, она не просто прочитана была, не просто царь. Ужаснулся, да, или может быть пришел в восторг где-то от тех слов, которые он прочитал, сказал: да, очень замечательные слова, красиво сказано. Вот, но он все это воплотил. А во Всяком случае попытался со своей стороны сделать все возможное, чтобы это воплотить. И вот посмотрите, э, Иосия правит в седьмом веке до нашей эры. Книга Второзакония написана Моисеем середина второго тысячелетия да, до нашей, то есть проходит значительное время полтора тысячи лет. Да, очень очень большое время. Почему Иосия, когда он находит эту книгу, он ведь мог подумать, ну это, это так давно было написано, да, это настолько древний документ, вот, практически тысячу лет назад. Это все устарело да, и уже неприменимо. Другие условия, другая жизнь, уже другая реальность, другой контекст. Вот мы сегодня не находимся на границе обетованной земли, чтобы туда входить, вести какую-то священную войну. Вот почему он не посчитал. Как вам кажется, почему он не чёл эту книгу устаревшей? Почему ему показалось, что это непосредственно написано для него, для его народа, для его времени? Вероятно, что в среде народа, ну, скажем, тогда, смотря на то отступление, которое имело место, в среде остатка народа израильского, все еще осталось понимание и представление о законе Божьем. Mm -hmm. И когда мы смотрим и на книгу «Второзаконие», эта книга о законе, ведь читали контекст, ведь читали закон Божий. И, пожалуй, вот это понимание и отношение к закону Божьему, наверное, все-таки сохранилось. Поэтому, когда стали читать закон Божий, он соответствующим образом повлиял на слушателей, и в том числе на Иосию. Спасибо большое. Друзья, наше время подходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас коротко мог сказать, лично для вас, в книге «Второзаконие», что является наиболее актуальным и применимым сегодня в вашей духовной жизни. Я очень люблю вот этот стих, из 18 главы, а именно предсказание о том, что Господь воздвигнет пророка из среды братьев их такого, как ты, говорит Господь Моисею. Исполнились эти слова. То есть мы, мы видим, что Моисей, и вот в книге Второзакония такой устойчивый мост перебрасывается, очень такой, на таких надежных опорах, с одной стороны, Моисей, но он говорит «не я главный, а вот будет впереди главный». И вот эта нацеленность на Христа потрясающее такое, и я очень люблю это, и это очень живо, спасибо для мой. меня сегодня. А в очень... Законе мы находим, что Господь передал, напомнил закон и сказал, что вы можете быть счастливыми, вы можете испытать великие благословения, если будете исполнять этот закон в вашей жизни. Большое спасибо. Поэтому, пожалуй, это. И для нас урок. Чтобы быть счастливыми, чтобы быть благословенными, нужно творить волю Божию. Мне очень нравятся 27 и 28 главы. Тоже хотел бы позволить себе немножко прочесть. «Успокойся и прислушайся, Израиль. Сегодня воистину ты стал народом Господа Бога твоего. Поэтому будь послушен Господу Богу твоему, соблюдая заповеди Его, установления, которые я ныне передал тебе». То есть ты стал да, то есть, и поскольку ты стал, поэтому, пожалуйста, в дальнейшем слушайся заповеди, постановления. И 28, 28 глава ⁇ это благословение и а, проклятие. Поэтому книга Второзакония ⁇ это о завете, об отношениях, о союзе Бога и народа, Бога и человека. И уж, коли человек стал уже Божьим человеком, да, то вот это очень важно в его жизни. То есть завет, закон, благословение, завет. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш урок. Благодарим вас за то, что вы были с нами. Пусть Слово Божие будет живым и действенным для вас каждый день вашей жизни. Желаем вам Божьих благословений. До новых встреч.